Йоу-йоу-йоу, всем привет, это канал Базука. Сегодня будет очередной гайд по игре Elden Ring. Сегодня мы будем делать квест со зверочеловеком и открывать себе такого персонажа, который будет нашим личным портным. Портной нужен для того, чтобы видоизменять свою амуницию, которую мы можем находить в игре, либо же стартовую, ну любую вообще. Смотрите, что мы делаем. В первую очередь мы перемещаемся на костер Северный берег озера. Он находится вот здесь, это стартовая локация, практически рядом с грозовыми воротами. И теперь мы едем просто по моей траектории. Тут в этом месте с нами начинает кто-то разговаривать. И как вы видите, здесь нет никого, но кто-то все равно с нами говорит. И как вы можете слышать, что с нами говорит вот это дерево. Делаем один удар по нему. И тут появляется вот этот зверочеловек по имени Бог. Мы с ним разговариваем. I was pushed out and I ended up in... Oh, when they... So this is all I hope. Он нам дает гриб за свое спасение. Мы говорим с ним до того момента, пока он не начнет повторяться. То есть полностью завершаем с ним диалог. Ну так, смотрите, вкратце он нам рассказал, что он живет в пещере. Что он живет в пещере на берегу моря, на пляже. И что его избили, выгнали, а потом еще и превратили в дерево. Сейчас дальше покажу, что нужно будет сделать и как продолжить квест. Сначала мы перемещаемся в храм Элле. Здесь будет необходимо купить один предмет у торговца. Вот у этого торговца мы покупаем в первую очередь, покупаем за 200 факел. Он пригодится нам. Теперь от этого храма на лошади скачем на берег. Сейчас покажу на карте, где этот берег находится. Вот здесь находится пляж. Приблизительно вот в этом месте будет пещера. Вот. Поставил метку. А вот тут находится пещера, вот она прям. Мы заходим в пещеру. Прибрежная пещера называется. И видим, что Бог лежит и стонет. Подходим к нему, разговариваем с ним. И вот он нам говорит, что уходи отсюда, иначе тебя изобьют, точно так же, как меня, до полусмерти, типа, что в этой пещере его вот отсюда как раз выгнали. Мы берем костер. Так, и теперь тут просто нужно, видите, здесь очень темно, нужно выставить себе этот факел, подсветить. И зачищаем просто эту локацию, убивая здесь всех. Сразу скажу, что в конце будет босс из двух врагов, двойной босс. А эти враги все легкие, можно действовать скрытно. Итак, вот здесь будет находиться босс.
Ну вот и все, в принципе, босс такой тоже несложный, главное не заходить сюда подальше, чтобы не сагрить сразу двоих. И мы получаем инструмент портного и швейную иглу. Подходим вот сюда, вот к этому столбу, и возвращаемся ко входу в эту пещеру. Здесь мы снова подходим к полку. Подходим к боку и разговариваем с ним. И говорим здесь, отдаем ему швейную иглу. Отдать швейную иглу. Нажимаем. What made you go and do a thing like that? My mum was a... And that sewing kit was... I always wanted to... Доводим с ним до конца весь разговор, пока не будут повторяться его фразы. Так, вот и все. На самом деле, этот квест открывает портного. У вас появляется такая... вкладка «Изменить одежду». Вы заходите в нее, и здесь вы можете менять одежду. Вот за 500 рун или душ, да, кому как удобно, можно поменять ее, перешить. Окей. Меняем. И она типа становится другой. Некоторые изменяются, некоторые не изменяются. Ну, вроде... в общем, мы ее можем чинить теперь. Теперь перемещаемся вот на костер. Сейчас я вставочку сделаю. Перемещаемся на костер после замка Годрика. Итак, после того, как вы переместитесь на костер, который находится за замком Годрика, этот костер станет доступен после убийства великого босса, первого сюжетного босса Старукова. Присаживайтесь на этот костер и заходите в меню изменения одежды. После того, как вы выйдете из этого меню и с этого костра, рядом с вами появится бог. Вы сможете с ним поговорить, и он предложит вам свои услуги за то, что вы его спасли, и станет вашим портным лично. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would well rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and well, I am your personal seamster after all. В чем отличие изменения одежды у бога или на костре? Отличие только в том, что бог это будет делать бесплатно. А на костре вы будете тратить свои души или, как называют их в игре, руны. Всем спасибо за внимание. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч. С вами был канал Базука.